и все продуман как следует. Во всех его работах есть один единственный принцип, и принцип – это контракт, конечно. Контракт – это вообще один из таких основных инструментов типографики. В любой его работе вы обязательно увидите один явный и очень сильный контраст, как, например, да? Вот оно, живое, неживое, вот это вот живое, объемное, скользкое, розовое, да, вот это плоское, мертвое, черно-белое. Вот эти вот вещи, да, очень смешно и очень страшно, как бы, одновременно, да, вот ужас и смех рождают вот некую его третью эмоцию. Посмотрите потом его работу сами повнимательнее и просто подумайте, как это сделано, и будет полезно.